Всем привет! Что-то я давно не записывала видео, не знаю. Дел много было, настроение было, еще что-то. А сегодня я вам рассказывала, планировала, что мы сегодня собирались поехать на Майами Бич, на Линкольн Роуд, а завтра поехать в Hard Rock Cafe. И, как обычно, планы кардинально меняются. Появляются какие-то дела, какие-то еще там, в общем, непредвиденные обстоятельства. В общем, сегодня мы на Майами Бич. Линкольн Роуд не попадаем, потому что сегодня весь день идет дождь. То дождь, то тучи, то немножко остановится, опять дождь, ливень. В общем, мы сейчас поедем в ресторан на Майами Бич, на Саус Бич, где-то он находится, но он внутри, то есть мы не будем сегодня гулять по улочке. Посмотрим, если что-нибудь получится мне там заснять. А завтра я даже не знаю, что мы будем делать завтра, так как у меня дочка позвонила папе и сказала, знаешь, что я сегодня не приеду, потому что у меня подружка. Я хочу с ней играть. В общем, она отпросилась у папы, чтобы к нему на выходные не ездить. И она завтра с этой подружкой, они будут играть весь вечер. То есть мы завтра в Hard Rock, опять же, не попадаем. Что мы будем делать завтра, я не знаю. Завтра нам покажут, что будет завтра. Вот так. Ну что, я готова? Помните эту кофточку мы с вами вместе покупали? Сегодня у меня будет, так сказать, первый выход в этой кофточке. Так, мы сейчас едем на South Beach, в ресторанчик. Дальше посмотрим, что там будет. В джинсами я оделась. Джинсы, вот эта белая футболка. И обычно я одену сандали, тапочки. Потому что у меня вчера я снимала свои... Видите, красные ногти? Вчера я снимала вот этот гель-лак сама. Ну, я обычно сама снимаю. И один ноготь я как-то не рассчитала и, видимо, содрала вместе с ногтем. И настолько было больно, у меня там все было в крови, поэтому... Сегодня я одеваю открытые сандали, чтобы не повредить. Hey, we're on our way to South Beach now. Right here on the causeway. All right. Huh? South Beach, Collins Avenue, baby. No, turn. There's not so many people in here. Here are all the tourists. Not too many today with all the rain. I thought it's like all stores in here and stuff. All stores, just for shopping. Anything you want. More expensive than anywhere else. Here we have the hood. Hotels and restaurants. Hotels, restaurants, a little bit of everything here. I thought there's a beach over there. What? And beach over there. Yeah. Like old Arkansas. Collins Avenue. A little more traffic here, a little more people. Everybody having a good time. Yeah, now we're getting to the fancy stuff. Lincoln Road. We got Lincoln Road coming up, Española Way with nice restaurants. Still here. Oh yeah. Food's still here. What? Food's still here. Oh. You just passed the hood again. Oh, red light. You got the Lamborghini right over there. Oh, there's the rent-a-car. Rent-a-car. You want a Lamborghini? Come right here. 15th Street and Collins. It's probably like... PP yellow Lamborghini. Yeah, couple, baby. A couple thousand. Hey, see my Collins over here. Get to Lincoln Road. Coming up right here. Look at this thing.
It's huge, like Donald Trump. Look huge. 20th Street. Okay, 22nd. Where is that going? Straight. I mean, this one. Keep on. There's the W. Oh, there it is. It's going to be probably somewhere around here. Probably this thing is the one. Всем привет! Вот мы добрались до Майами Бич, Саус Бич. Сейчас мы идем в отель. До этого вы видели небольшие видео, как мы сюда добрались. И здесь только было на английском языке. Но я думаю, все было понятно. Вот смотрите, здесь вокруг огромные здания. Сейчас я переверну, покажу. Это у нас 22-я улица и Коллинз Авеню. Вот здесь у нас огромные такие здания. Вот это у нас W-отель. Вот прямо здесь, если пойти сюда, здесь находится у нас пляж, прямо вот там. А мы сейчас двигаемся в эту сторону и будем искать место, в котором у нас назначена встреча. А здесь, смотрите, видите, велосипеды, можно взять в аренду велосипед. И здесь на пляже везде есть такие станции, то есть если взять здесь, можно в другом месте его ждать обратно. Двигаемся в сторону нашего ресторанчика. Какой, пока я еще не знаю, где-то должно быть. Вот за этим зданием другое какое-то, находиться где-то там. Мы подходимся к этому отелю, называется один отель South Beach. Легко и просто. Сейчас мы зайдем туда налоги, посмотрим, как здесь красиво. Вот, пожалуйста, красивые машины. Здесь все красиво и красочно. Ну, как тут должно быть South Beach? Это лобби. Вот такой прикольный здесь отельчик. Дринки все, это сейчас мы с вами идем в ресторан. Всю красоту припарковали прямо у входа. Все самые красивые машины. Ну, здесь так принято у них. Самое красивое возле входа. Здесь у нас народ какой-то. А вот ресторанчик, в который мы идем. Называется ACK Miami. Сейчас посмотрим, что здесь. Такие вот здесь красивые столики. Народу пока мало, но в принципе еще рано, сейчас дойдут. Сейчас посмотрим, чем здесь кормят. Don't try to blow it out. I didn't even get a picture of it. Сейчас как будет вам танцевать вверх. The lights on. Do it. What happened? No.